7 простых упражнений для идеальных ягодиц, бедер и ног. Хотите получить стройные ноги почти мгновенно? Вот вам 7 суперэффективных упражнений. Лучшее из них – поднятие ног из положения лежа. Попробуйте этот прием, чтобы быстро прийти в форму. Не забудьте о разминке и попытайтесь сделать каждое упражнение по крайней мере 30 раз для достижения наилучших результатов. Упражнение 1. Выпады. Сделайте выпад левой ногой вперед, удерживая спину прямо, а правое колено ниже левого. Подпрыгните как можно выше, помогая себе руками. Поменяйте ноги в воздухе и приземлитесь правой ногой вперед. Начните с 10-12 повторений, позже постепенно увеличивайте количество повторений до 30. Упражнение 2. Прыжки. Немного согните колени и отведите руки назад. Прыгайте прямо вверх, пытаясь поднять колени как можно выше. Это упражнение требует больше усилий, чем другие. Трудно сделать 30 прыжков с первой попытки, поэтому лучше разделить их на 3 группы из 10 повторений с одноминутным отдыхом между ними. Упражнение 3 – поднятие ног в бок для внешней части бедер. Это упражнение полезно как для внешней части бедер, так и для ягодиц. Ложитесь на правый бок и опирайтесь на правую руку. Положите левую руку на пол перед собой. Медленно поднимайте и опускайте левую ногу без резких движений. Повторите другой ногой. Упражнение 4. Подъем ноги в бок для внутренней части бедер. Выполните это упражнение, чтобы внутренняя часть ваших бедер выглядела идеально. Ложитесь на правый бок и опирайтесь на правую руку. Согните левую ногу и поставьте ее на пол перед собой, придерживая левой рукой. Медленно поднимайте и опускайте правую ногу без резких движений. Повторите 30 раз и ложитесь на другой бок. Упражнение 5. Выпады с гантелями. Держите спину прямо, а руки вдоль тела. Удерживая спину прямо, делайте обратные выпады, шаг назад, правой ногой, а затем левой. Пытайтесь сделать выпад глубоким, сгибая ногу под прямым углом. Вы можете использовать маленькие бутылки с водой вместо гантелей. Упражнение 6. Боковые наклоны с гантелями. Положите левую руку на талию, держа гантель в правой. Сделайте шаг влево, сделайте наклон с прямой спиной и держите торс на одной линии с правой ногой. Прикоснитесь к левой лодыжке правой рукой, держа правую ногу прямо, а левую согнутой в колене. Повторите для другой стороны. Упражнение 7. Подъем ноги из планки. Встаньте в планку и опустите правое колено, а левую ногу вытяните назад. Медленно поднимите левую ногу, затем медленно опустите ее назад. Повторите 30 раз, затем поменяйте ногу. Вам понравилось это видео? Тогда ставьте лайк и поделитесь им с теми, кто хочет оставаться в форме. А также подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть с Адми.